Готовлю сметанно-мандариновое желе. Мандарины стараюсь для этого дела выбирать без косточек. Очищаю их, делю на дольки и отправляю в блендер. Взбиваю примерно 2-3 минуты для того, чтобы хорошо перебить мякоть. Мандарины у меня попались достаточно плотные и волокнистые, поэтому мандариновое пюре процеживаю, отделяя сок от мякоти. Если мандарины сочные и нежные, этим грязным делом не занимаюсь. Мандариновому соку пюре добавляю несколько ложек сахара и отправляю на огонь прокипеть 2-3 минуты. Далее желе готовлю так, как указано на пачке с желатином. По инструкции развожу желатин и добавляю к нему основные ингредиенты. Белый сметанный слой будет совершенно не сладкий, а мандариновый будет с ярким сладким вкусом. Как только заготовки остыли до комнатной температуры, послойно наливаю их в форму. После каждого слоя форму отправляю в холодильник, пока желе не схватится. Поверх него наливаю следующий слой и снова отправляю в холодильник. Слои стараюсь делать примерно одинаковой толщины. Как только желе полностью застыло, его можно употреблять. Чем слои будут тоньше, а их будет больше, тем интереснее будет смотреться желе. Желе нарезаю кусочками нужной величины и формы. Желешка отлично отстает от стекла и достается из формы. Белый слой получается более нежный, а мандариновый слой получается более рыхлый, похожий на джем. Так как в сметанный слой сахар я совершенно не добавляла, то десерт получился совсем не приторно сладким. У него легкий кисло-сладкий сбалансированный вкус. Желе легко отходит от формы, поэтому при желании его можно легко извлечь из стекляшки и уложить на блюдо. Десерт очень легкий и некалорийный, так что подойдет не только для праздников, но и на каждый день.